И к новостям спорта. В преддверии новогодних праздников ребята из Севастопольской спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 получили футбольные мячи. Это подарок от главной городской команды из рук генерального директора футбольного клуба Валерия Чалова и лучшего бомбардира текущего сезона Евгения Прокопенко. Ребята получили новые мячи. Они предназначены для тренировок детей в возрасте до 8 лет. Валерий Чалы пригласил ребят и их родителей весной на футбол, поддерживать ФК Севастополь в борьбе за чемпионство. А также пожелал юным футболистам северной стороны побед на крымских площадках. Да, это мячи специально облегченные, а не троечка, потому что есть мячи разного размера и разного веса. Для каждого возраста они разные, поэтому вот это маленькие мячи для маленьких деток, то, что нужно им. Они облегченные, им легко работать, и они не такого большого размера. Сейчас ребята северной стороны занимаются на новом искусственном газоне стадиона, который недавно построили на улице Симонка. Нападающий футбольного клуба «Севастополь» Евгений Прокопенко вспомнил, что о таких условиях для тренировок в его детстве дети могли только мечтать. Был один мяч у одного парня. В моем селе этот мяч был у меня. И 20 человек играли одним мячом. С инвентарем, я смотрю, вообще сейчас проблем нету по сравнению с моими временами. Мячи хорошего качества, фишки, ворота. Ну, все есть, и это дает толчок для ихнего желания работать, приходить, играть, любить футбол. Ну, а после любви идет уже мастерство и рост. Директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 Юрий Бродецкий выразил надежду, что в будущем связь главной городской команды и наших футбольных школ будет только крепнуть. Особенно в связи с созданием в Севастополе Академии футбола на базе стадиона на Брестской 21. К слову, деньги будут направлены из средств, выделенных правительством Москвы. Мы знаем, что выделяются финансовые средства в пределах 40 миллионов. И мы, как спортивные школы, будем передавать способных, талантливых футболистов в академию. А академия уже будет служить фундаментом для нашей главной команды. Вот эта вот связь между главной командой, академией, спортивной школой, тут она неразрывная.